Наталья Рейра, 41 год. До съемок в сериале «Дикий ангел» Наталья уже была известна как актриса и певица, но роль сироты Милагрос сделала Арейра всенародной любимицей. На момент съемок Наталье было всего 21 год, но к тому времени она уже снялась в знаменитом сериале «Богатые знаменитые» и записала свой первый сольный диск. После съемок в сериале «Дикий ангел» Арейра пережила непростой разрыв со своим возлюбленным Пабло Эчарри. Однако вскоре встретила новую любовь – рок-музыканта Рикардо Мольо, за которого вышла замуж в 2002 году. Вместо обручальных колец молодожены набили тату на безымянных пальцах. В 2012 году у пары родился сын Мерлин. Сейчас Арейра продолжает сниматься в сериалах, при этом не забывая о своей певческой карьере. А в марте 2019 года артистка заявила о желании получить российское гражданство. Факунда Арана, 47 лет. Роль Ива в сериале «Дикий ангел» принесла актеру Факунда Арана мировую известность. Факунда был нарасхват, продолжил много сниматься и взял первый отпуск только через 10 лет. В 2006 году пара Арейра Арана опять встретилась на одной съемочной площадке в сериале «Ты – моя жизнь». Сериал имел небывалый успех и был признан лучшим в истории аргентинского телеканала. Факунда Арана счастливо женат на модели и телеведущей Марии Сусинни. Пара воспитывает дочку Индию и двойняшек Мора и Якко. Роль неподражаемой Донии Анхелики в сериале «Дикий ангел» исполнила бывшая модель Лидия Ламайсон. После съемок в этом сериале она продолжила сниматься вплоть до 2008 года, а также работала телеведущей. Лидия скончалась в 2012 году в возрасте 97 лет. Виктория Анетта, 45 лет. Актриса сыграла роль Аделины в сериале «Дикий ангел». В последнее время Виктория предпочитает театральные роли и редко появляется на телевидении. Актриса замужем за аргентинским музыкантом Хуаном Бласом Кабальеро. В 2006 году Анетта родила дочь Еву. Мариана Ариас, 53 года. Актриса Мариана Ариас исполнила роль главной соперницы Милагрос Андреа. Сейчас актриса практически не снимается, но задействована в телешоу, которое помогает женщинам разобраться в своих проблемах. У Марианны есть дочь Палома от первого неудачного брака. Сейчас Ариас замужем за экономистом Роберто Гальваза и бережет свою личную жизнь от внимания прессы. Роль отца Милагрос исполнил известный аргентинский актер Артуро Малли. За свою карьеру он сыграл более чем в 50 фильмах и сериалах. Артуро скончался от сердечного приступа в 61 год. У актера осталась жена и двое детей. Валерия Лорка, 50 лет. Валерия сыграла врага Милагрос, но в реальной жизни близко дружит с Натальей Орейро. После съемок в сериале «Дикий ангел» Валерия продолжила сниматься в сериалах и на телевидении. У актрисы есть сын, с которым они организовали семейный бизнес – театр в Палермо. Габриэла Сари, 38 лет. Габриэла сыграла лучшую подругу Милли, Глорию. После съемок в сериале продолжила активно сниматься в других проектах, но сейчас решила посвятить себя воспитанию дочери Донны. Актриса замужем за журналистом Дарианом Шейманом. Чтобы не пропустить самые интересные новости, не забудь после подписки нажать на значок колокольчика.